Приветствую всех на своем канале. Предлагаю вам сегодня вспомнить еще один салат из яблок и кальмаров. Его необычный вкус не оставит никого равнодушным. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Это помогает каналу развиваться. Для приготовления салата нам понадобится яблоки, кальмары горячего копчения, сладкая кукуруза, майонез, несколько веточек укропа и соль по вкусу. Для этого салата можно взять также свежие или замороженные кальмары, отварить их и тоже использовать в качестве ингредиента. Но вкус тогда будет менее выразительный. Я беру кальмары горячего копчения и нарезаю их мелким кубиком. Яблоки очищаем и также нарезаем мелким кубиком. Одно яблоко берем сладкое, а другое кислое или кисло-сладкое. В большом салатнике смешиваем яблоки, кальмары, сладкую кукурузу, немного солим и заправляем майонезом. Все хорошо перемешиваем. При подаче на стол посыпаем сверху укропом. Такой салат можно подавать как на праздничный стол, так и на повседневный. Если вам понравился этот видеорецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте, высказывайте свое мнение, советуйте и задавайте вопросы. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!